Российская Минобороны жестко ответили на заявление командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса. В преддверии наших учений «Запад-2017» этот генерал начал давать советы российской стороне. А именно, объявил, что Россия должна пригласить на эти учения западных журналистов, если она действительно хочет снизить напряженность в отношениях с Западом. Минобороны, в свою очередь, отметили, что уровень, на котором поставлена работа со СМИ у наших военных, американским, цитата, «вряд ли даже снился». И поэтому в советах Ходжеса наше ведомство не нуждается. Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ. Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо. Мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения «Кавказ-2016» освещало более 110 иностранных журналистов.